Самая главная достопримечательность Омска – крепость. Все здания находятся в очень ужасном, унылом состоянии. Ну вот, предполагается, что будет реставрация когда-то. А пока можно вот даже забраться туда. Обходим крепость. От здания к зданию. Крепость никому не нужна, зато на фоне нее небоскребы. Решетками. Внутри там, в принципе, делать-то нечего. И завалы. Советские склады. Советские времена были склады. А сейчас вообще никому ничего не нужно. Все порушено. Будут восстанавливать, наверное. Омская крепость. А? Нашел все-таки я лазейку. Залез в эту дырку. И вот сейчас мы смотрим, что здесь у нас внутри. В историческом здании. О, красота. Такие вот завалы здесь. Все в ужасном состоянии. Выбираться надо. Жутковатенько. Внутри там. Ну, прикольно.